наградили, хватит. Конечно. А где Глеб у нас? Патрикеев. Так, уйди отсюда. Иди сюда, Глеб. Сколько тебе лет-то, Глеб? 7. О-о-о! 7 лет. Сколько же столько? О-о-о! 7 лет. 6. Ну ладно, все, всех наградили. По домам. Давайте новичков. Вот туда будет вставать. Кто повыше, тот первое место. Пониже, тот третье. Не ранее, не дали. Кирилл Петропавловский, третье место. Ходи. Более новички. Благодарю. Новичок такой прям. Всю неделю тренил, тут Паша без часов. Нет, третье зовут здесь. Так, второе место. Алексей Зубов. Тоже вместе с ним всю неделю тренился. Не вылезает. Первое место обладатель самого тяжелого велосипеда, поэтому и первое место. Павел Матюнин. Где он там? Выходи. Самый тяжелый райдер. Подвесы, да? Да, да, подвесы валят вообще. Давайте встаньте так, чтобы первый был посередине середки. Вот. Да. Молодцы! Что, никто не фоткает? Сейчас, погоди. На меня! Все. Дмитрий награждает сам себя. Я награждаю сам себя. А, погоди. Тебя не наградишь. Специальный приз от меня, от организатора, первому месту в новичках. Годные джетишные педали тебе, чувак. 830 грамм. Ну что, велосипед Да, это реальные педали. Это реальные педали. А это будет переходящий приз. Ну я не знаю, там видно будет. Удивляй меня. Ой, первое место в категории опытные. Третье место. Третье место в категории опытные. Спасибо, я вышел. Дмитрий Ходырев. Молодец! Сама неожиданно. Прямо аккуратно по размеру, смотри, подходит, а? Что-то он нажулил. Второе место награждается Александр Лоцманов. Кто не скажет, что это москаль. Он не москаль, он истрин. А, блядь. Сорвалась. И первое место награждается Коля Подретяев. Категория подвеса выиграли сегодня в двух. Опять подвес первый. Спиритов, эндуро. Что, все номинанты, все призеры, все... Не расходимся. Фоточку, фоточку. А денег? Денег? Нет, денег не дадим. Денег дадим, не ссы, это будет в куларах. Не знаешь этого слова сейчас. А тебе-то надо знать. Вы еще устоять. Тайные. Где Глеб-то? А, нет, туда нельзя, подожди. Да нет, можно, Глеб возьми. Можно, можно. Давай, Глеб. Калаши есть, можно. Категория был. Два товарища. Ура, все, ура! А вы не расходите. Деньги отдавай. Там черные дела. Бухгалтера какая-то. Кому интересны результаты, можете подойти и спросить. Я гонку в Омнинске хоть оплачу. Я почти отобью дорогу одного человека. Самые крутые. Блин. Ну не посчитали, сволочи. Может, еще раньше? Стали только первые.